Привет, фанаты литровых спортбайков на видеопортал спортбайкера Speedraptor 2013. Сегодня очередное эксклюзивное видео о новом BMW HP4 или HP4, это кому как нравится. Мне, например, он вообще не нравится. Не, безусловно, красивый, шустрый, инновационный, шикарный, дорогой, но все бы ничего, если б не ряд некоторых «но». Некоторые думают: вау, но это вау очень быстро исчезает, когда начинаешь сравнивать детали. Сам HP4 это тюнингованный BMW S1000RR, то есть 95% деталей взаимозаменяемы. И как у BMW по традиции водится, все детали от HP4 можно купить пакетами и поставить на ваш за 25 тысяч евро купленный новенький BMW S1000RR, если же он, конечно, у вас есть. Итак, что же нового?